Всем привет! Стало известно, что на наследство Валентина Гафта, который ушел из жизни 12 декабря, претендует его незаконно рожденный сын Вадим. Почти 50-летний наследник родился после бурного романа артиста с молодой актрисой. Большую часть времени он прожил в Бразилии и практически не виделся с отцом, однако, как утверждают знакомые, Гафт всегда помогал растить мальчика материально. Жена актера Ольга Остроумова крайне негативно отнеслась к тому, что экс-возлюбленная Гафта спустя некоторое время решила рассказать общественности о внебрачном сыне артиста. Она отметила, что женщина сама решила родить ребенка, тем не менее ее супруг всегда им помогал. Теперь же они намерены забрать часть его наследства. Как заявил адвокат, основным документом, несомненно, станет завещание, однако о нем пока ничего не известно. В противном случае на имущество артиста в первую очередь имеет право супруга, а уже потом дети. Однако не так давно стало известно, что, опасаясь претензий со стороны внебрачного сына Гафта, Ольга Остроумова всерьез озаботилась вопросом наследства. Она переписала все имущество артиста на себя, поэтому, вероятно, Вадим ничего не получит. Однако он сможет оспорить эту сделку в суде. Напомним, что осенью 2020 года появились новости о том, что Вадим Никитин, который живет в Бразилии, намерен претендовать на имущество знаменитого отца. И хотя мужчина отмечал, что не намерен встречаться с актером и тем более ждать от него подачек, тем не менее, он, как и Остроумова, наследник первой очереди. Стоит отметить, что друг Валентина Гафта нелестно отозвался о решении Остроумовой стать полноправной хозяйкой всего имущества и отметил, что данный поступок указывает на меркантильность человека. Добавим, что из открытых источников можно узнать, что в собственности у супругов была двухкомнатная квартира в Москве, а еще скромный одноэтажный загородный дом в Подмосковье. Хороший ремонт в жилье был сделан благодаря программе «Идеальный ремонт». Специалисты шоу привели жилье в порядок, добавили еще одну комнату и гараж. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!